Друзья, всем привет! Сегодня у нас на отгрузке Урал ВПЛ, собранный на заказ. Поедет в таком вот ящике деревянном. Запасные номера, дополнительный аккумулятор. В ящике есть отсек для модели и отсек для аппаратуры. Зарядное устройство в комплекте. Аппаратура управления RadioLink, 6 каналов. На модели сделано все освещение, установлены светомаскировки, копийные габариты, повторители, фароискатель, автопоезд, фильтры на крыло, номера повесили. Сзади копийный бампер, опять же номера, фары. По ходовой части у нас металлическая ходовая ВПЛ с средним мост с проходным редуктором. Двухступенчатая коробка настроенная. На модели установлен блок света и блок звука. Передние крепления рессор здесь наши модернизированные. Они не выпадают. Тот, кто сталкивался с моделями ВПЛ, тот знает, о чем я говорю. Стоковые крепления бывают выпадают, потому что у них нету... Ох, как это назвать-то, ребят. Ну, у них ухо такое неполноценное и винт как бы прижимает крепежку. У нас винт проходит насквозь крепление, тем самым данное крепление рессор намертво фиксируется на раме. Купить это все можно в нашем интернет-магазине. Вся электроника находится в ящике в Кунге. Регулятор на 60 ампер, влагозащитный, блок света, блок звука. Легким движением на курок мы с вами можем завести Урал. Через 20 секунд простоя модель сама автоматически выключается. Ну, я имею в виду звук выключается. Давайте покажу работу поворотников. В одну сторону и в другую сторону. Поворотники сделаны по ходу поворота колес. То есть, видим, вперед включили, и в эту же сторону у нас поворачивают колеса. В другую сторону, соответственно, то же самое в другую сторону. Сзади все работает. Провода. Сзади все работает. Такой вот Урал. Стоимость данного Урала 36 тысяч рублей. Его можно дополнить еще копийными колесами. По электронике и по ходовой здесь, в принципе, модернизировано все. Дальше уже никакого апгрейда делать смысла я не вижу. Только внешние какие-то решение, да, для кабины, для Кунга можно рассмотреть. Аппаратура управления, как вы видите, здесь без дополнительных каналов, потому что в заказе их не было. На других моделях вы могли видеть у нас дополнительные каналы, из которых еще дополнительно включаются все фары. Отдельно можно включить ближний, габариты, автопоезд, фароискатель. Здесь это включается все сразу. Все, друзья, всем пока.